В Балакове начинается первый этап гидравлических испытаний теплосетей. Сегодня он стартовал на улице Транспортной, где проходит крупная тепломагистраль. Диагностику коммуникаций специалисты выполняют при помощи автономного опрессовочного мобильного центра. Это современное оборудование, которое позволяет проводить испытания в короткие сроки. Машина буксируется к точке прессовки, подключается при помощи специальных рукавов к трубопроводу, и оператор нагнетает давление. Он следит по приборам за ходом опрессовки, контролирует ее проведение. Машина работает как с помощью оператора, который проводит опрессовки, так и в полностью автоматическом режиме. Магистрали, которые теплоэнергетики проверяют на прочность и плотность в первую очередь, являются самыми крупными в городе. От них зависит обеспечение Балакова горячей водой и отоплением. Сегодня прессуется 800-ка, трубопровод, который снабжает центральную часть города летом горячей водой и зимой отоплением горячей водой. И сегодня после обеда прессуется 900-ка, трубопровод, который проходит там в сторону станции. В течение двух дней теплоэнергетики проверят теплосети в промзоне Балакова в районе юго-восточных границ города, Саратовского тракта, Безымянного проезда, улицы Транспортная. На потребителях гидравлические испытания не скажутся. Вся прессовка проводится без отключения горячей воды, потому что эта машина позволяет отключать именно локальные участки без отключения всего города. Отметим, что выявленные поврежденные участки теплосетей будут отключаться локально, и после первого этапа опрессовки теплоэнергетики приступят к устранению дефектов.